которые все одинаковые, потому что всегда волнуешься, волнуются артисты, всем хочется, чтобы все случилось, и чем ты больше хочешь, чтобы получилось, тем меньше это получается, поэтому всегда хорошо смотреть спектакли попозже, когда уже все уляжется, успокоится, программа полета уже установится, и тогда люди уже летают, порхают, поэтому премьера только первый шажок, это только первый шаг к тому, что спектакль жил. Это была идея Чайковского, чтобы вместе Сюита, Щелкунчик и Иоланта как бы в один вечер прозвучали. Поэтому такая была затея, чтобы это не было бесплатным приложением к Иоланте, а чтобы это стало частью спектакля. И возникла мысль, что вот это есть внутренняя музыка Иоланты, когда она это слышит, чувствует. Там кипит жизнь. Да? А здесь есть одиночество, есть какая-то такая вот неприкаянность. Если быть до конца откровенным, она достаточно условная история сама по себе. И нам, людям 21 века, понимающим немножечко сложность сегодняшней жизни, трудно к этому относиться объективно. Да? Но поиграть в эту игру, войти в этот наив, в эту чистоту, простоту и в хорошем смысле примитив мышления и наивности, это есть игра. Сегодня радостный день, сегодня произошла премьера. Вот надо этот день запомнить и жить этой радостью.